Почему так? Почему мы своих детей хороним? Там Мишка. За что? За что наши дети погибают? Просто вот за что? И вопрос такой еще. Сколько вам еще аннигилят надо, чтобы этот бедлам наконец-то прекратить? Не хочу никого не проклинать, не хочу никого желать такого. Не хочу, даже врагу такого не пожелаешь. Единственный вопрос, за что? Что этот ангеленок сделал вам? Он две клинические смерти перенес, он выболелся, вытянулся с больницы. Начало гражданской войны на Донбассе погибли более 200 детей. В память о них в Донецке и Луганске появились аллеи ангелов с памятниками детям Донбасса. Мы хотим, чтобы о погибших ангелах узнали как можно больше людей, как в России, так и за рубежом. И тем самым пытаемся почтить память каждого погибшего на Донбассе ребенка.